мозголом. Кинокомпания «Не та кнопка» и «Мозголом Продакшнс» представляют. Будущее не за горами. Или чем Ркутагин займется после отдыха. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Морти. И сегодня мы поговорим о том, что же будет делать Ракутагин, когда вернется с отдыха. А по идее, по сути, должен вернуться я уже весьма-весьма скоро. Потому что сегодня у нас, наверное, какое получается, 12 сентября. Я либо вернулся уже, либо вернусь вот-вот буквально на этой следующей неделе. И сразу скажу, когда я вернусь, все будет офигенно. Да, как всегда у нас все будет офигенно. Суть не в этом. Просто вот хочется поделиться небольшими планами, которые у меня есть. Headshot, детка, you was owned. Видео краткое, видео содержательное, по сути, очень глубокое и важное. Итак, мы будем играть в Warface. Это по-любому. Warface никуда вообще не исчезнет. Warface он был, есть, остается. Он надежен, глубок и хорош. Но, кроме этого, на канале будут другие сетевые шутеры. Это мое вот прямо такое волевое мощное решение. Вот. Потому что я решил, как бы, Warface мне нравится, зайти в мясорубочки поиграть, но хочется разнообразия. Хочу в Battlefield первый поиграть, там Destiny второй выходит, ну насчет Destiny не уверен. Но Call of Duty скоро выйдет. То есть, Battleground поиграем, понагибаем, покрысим, Hyrule Tops есть. В общем, есть и другие шутеры на свете, сетевые, и мы в них тоже будем играть. Поэтому видео по Warface, наверное, будет через день, а в промежутках, то есть в понедельник у нас Warface, среда Warface, там, пятница Warface, а вторник, четверг, суббота, например, будут другие шутеры. Да, по одному видео в день я буду делать. Но, встает вопрос. А как же наши любимые прохождения? Как их? Не успею, что ли, сделать? Успею. А прохождение мы будем делать на стримах. Именно так. И стримить я планирую часто. Каждый день или через день. Ну, когда есть игры, которые можно пройти. Когда их нету, значит там, ну, не будет стримов. А когда будут, буду каждый вечер перед сном такой в лампово-люстровой атмосфере с вами наслаждаться очередным, скажем, новым Call of Duty. И, по-моему, это офигенно, это здорово, потому что я помню, Prey пытался застримить, игра явно не для стрима, но я заметил, что вам понравилось, это прикольно, вживую проходишь, бомбёшь, тупёшь, короче, заодно подсказать можете, а Ракутагин, не тупи, там нажми ту кнопку, все дела, прикольно. Так что касается стримов, я буду стримить прохождение игр. Вот. В принципе, сетевые шутеры тоже иногда буду, но мне как-то вот не особо впирает, не знаю. Иногда в Warface можно по приколу там мясорубочку какую-нибудь постримить. А так как-то вообще до лампочки. Все-таки сетевые шутеры я предпочитаю играть, сосредоточившись, наверное, а не стримить. Вот. А прохождение буду стримить. Буду стримить, будем бомбить, сука. Кроме сталкера. Сталкер я буду, как и прежде, снимать в классическом стиле. Потому что сталкер... Это сталкер. Его только так надо снимать, я считаю. Но могут быть исключения, кто знает. В любом случае, посмотрим, как оно будет. Может и так будет, и сяк будет. Вообще никто не знает, сука, как оно будет. Но будет интересно. И это я не сомневаюсь. Вот. Будет у нас новый принцип интересный. То есть, что касается видео по сетевым шутерам, по Warface, я решил, что с осени я буду переходить на принцип лучше-меньше. Да, лучше. Поэтому постараюсь как можно более качественно работать над каждым видео, делать сочную дичь. Мы с Кэпом будем работать над этим. И кроме этого, вот, я еще некоторую технику докуплю со временем. Вот, и будет вообще просто шик. Будет очень интересно. Так что, ребята, уже скоро. Может я вернулся, может не вернулся, но должен скоро вернуться. Планы грандиозные, будет сочно, сука. Будем выводить танки армии Нагиба в космос. И завоевывать вначале галактику. Потом отправимся к звездам дальше. И все.
И в итоге получится так, что ни зерги, ни протосы, ни тираны, никто не сможет вообще с нами никак конкурировать. Мы захватим все, абсолютно все. И просто в космосе звездами, даже не планетами, звездами, мы напишем крупно. Люди будут смотреть, и не только люди, во всех вообще уголках космоса живые существа разумные будут смотреть на небо. А там будет написано светящимися таким шрифтом красивым, будет написано «Из звезд армия нагиба». Да? Блин, классно. Вы не обращайте внимания, ничего не принимаю. Настроение хорошее, уезжаю через 3-4 часа буквально. Надо еще одно видео сегодня сделать. С дробовичком нагнуть. Но оно сделано наполовину, там осталось немножко поработать еще и зарендерить. Но я все успею, обязательно. Последнее видео выйдет, получается, 16 сентября. А потом, если я не приехал, Пиздос Иваныч, канал без видосов, шутка. Не, нормально, я приеду, я там долго не задержусь, а может я уже приехал. В общем, никто не знает, поделился я с вами своими мыслями с осени. Больше качества, больше упора, больше сетевых игр и больше стримов, как ни странно, но по прохождениям. Надеюсь, такой подход вам, друзья, понравится. Кстати, у меня будет новый имидж, но об этом уже узнаете в свое время.